В Ульяновской области продолжает реализовываться гаражная амнистия. Региональная инициатива включает в себя предоставление земельных участков в собственность автолюбителям. Сделать это можно просто и без больших затрат. Гаражная амнистия – еще один шаг к тому, чтобы владение и обслуживание средств передвижения вошло в цивилизованные рамки. Главное, чтобы автолюбитель стоял в ГСК, а сам кооператив соответствовал предъявляемым градостроительным и благоустроительным требованиям. Заступники у амнистии большие. За выполнение проекта пристально следят губернатор Сергей Морозов и региональное отделение партии «Единая Россия». Вчера состоялось очередное заседание, посвященное проблемам и успехам реализации инициативы. Понятно, что есть сложности, понятно, что есть подводные камни, с которыми сталкиваемся. Но любое дело новое всегда имеет разные какие-то проблемы. Поэтому я не думаю, что здесь мы должны пугаться, руки опускать. Наоборот, должны достаточно последовательно двигаться. Тем более, что уже ваш опыт, то, что, чем мы с вами занимаемся, уже вызвало большой интерес в Российской Федерации. И мы прекрасно даем себе отчет о том, что по нашим стопам пойдут огромное количество субъектов Российской Федерации. Опыт новый, поэтому многие проблемы решаются оперативно. Как рассказал руководитель агентства госимущества и земельных отношений Сергей Мишин, не всем гаражно-строительным кооперативам удается сразу получить добро на приватизацию участков. Но отказы раз и навсегда тоже никто не получает. Документы возвращаются на доработку. Или председателям кооператива говорят, какие еще бумаги нужно собрать. 9 первого ГСК уже смогли получить свои участки. Земельный участок должен стоять на кадастровом учете. Это первое. Второе, это должно быть заявление. Заявление от членов ГСК, общее заявление. И следующее, одно из главных, это необходимо заключение. Заключение о том, что данный бокс соответствует градостроительным регламентам, строительным регламентам, противопожарным регламентам. То есть вот эти заключения они получают от специализированных организаций. И все. После этого сдается пакет документов к нам в агентство госимущества, рассматриваем, рассчитываем. И после этого получают документы все члены ГСК. Свои предложения, как улучшить проведение гаражной амнистии, есть, конечно же, и у представителей автовладельцев. Например, они предлагают организовывать на прилегающих ГСК площадках парковки, которые бы находились под охраной кооперативов. Это поможет разгрузить дворы и декриминализировать ситуацию вокруг стоянок автотранспорта. Выйти из тени должно и производство, часто располагающееся в боксах на территории ГСК. Интерес участников заседания вызвал предложение безвозмездно передавать бесхозные гаражи многодетным семьям. Для эффективного взаимодействия я вот на сегодняшний день вижу и взаимопонимание между органами, всеми органами власти и гражданами, членами гаражного кооператива, полагал бы подготовить и принять соглашение между ассоциацией ГСК, муниципальными органами власти и регионом, направленное на развитие взаимодействия в этой сфере. Губернатор предложил проводить гаражную амнистию до конца следующего года в пределах областного центра. Параллельно с этим в середине 2018 года начнется распространение инициативы на весь регион. Егор Титов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.